Как ни странно, с потеплением в Первоуральске у жителей города в квартирах температура понизилась. Конечно, выдерживаются установленные нормативами 18 градусов, но насколько это комфортно? Раздетым ходить, в смысле, в коротеньких одеждах нельзя. Прохладно. Ну, да, одеваться потеплее. И под одеялом можешь даже не согреться к вечеру. Есть такое? Есть. Подобная ситуация не только в центре города, но и по всему Первоуральску. Как нам рассказали в ресурсоснабжающей организации СТК, понижение температуры теплофиката с наступлением потепления – это нормальная практика. Есть нормы и правила снабжения, и обеспечение температуры теплофиката в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда она холоднее, соответственно, теплофикат выше, да? А когда на улице тепло, сегодня уже вот сейчас вот на данный момент плюс 3 градуса, соответственно, и температура теплофиката как бы понижается, вот и все. Поэтому есть определенное ощущение, что радиаторы как бы в домах несколько как бы холоднее. Но наша задача, самое главное, обеспечить нормативную температуру в доме, да? Мы с ней справляемся. В этой ситуации к СТК претензий быть не может, ведь с формальной точки зрения свою работу ресурсники выполняют. Ниже положенных плюс 18 температура в квартирах не опускается. Вот и получается, что проблемы и есть, и нет одновременно. Ну а жителям прохладных квартир остается ждать, когда их согреет весеннее солнце. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.